Четверка постепенно обретает формы, становится похожим на автомобиль. Готовы крепы под фары, под передние крылья, под четким зазором будет. Используем сток-капот для примерки. Также из апдейтов у нас готов пол. Торпеда на этот туннель встала вообще идеально, как по стоку. Ничего никуда подгибать не пришлось, то есть все четко зашло. По жопе тоже готовы уже накинуть пластик, но пока что не хватает деталей для изготовления бака, для изготовления фаервола. Готовимся к покраске. Тут у нас такая конструкция под бак сзади. Самого бака пока что нету еще. Вот так прикольно выглядят детали для изготовления подвески. Все очень четко нарезано. Собираются вот такие штучки через пазы, обвариваются и получается идеальное изделие. Очень, конечно, впечатляет, как это все выглядит. Прикольно. Напоминает детский конструктор. Я обратил внимание, что вы цените в наших видосах качество картинки и звука, но такие видосы не выходят достаточно часто. Поэтому порекомендую вам перейти на канал Паскуда Project. Там сейчас Влад дропнул офигенный видос про покупку RX-7 из Японии, так что можете посмотреть.